Так, ну это наш трактор. Косим мы. У нас стоит жара, как и у всех, наверное, в центральном регионе. У меня, ну так, температура сотня. Я тут вон маленько подвалил часик, наверное. Но видео не об этом тракторе, а о косилке. Старая добрая колхозная КРН-ка. Короче, этой косилке лет 25, наверное, 30. То есть, я не знаю, сколько раз ее варили. По-моему, палец мы тоже тот варили. Обломило. Здесь все переварено. Шкив он на двух ремнях. Кривой соосно, сейчас покажу. То есть это маленько сюда вывернуто, тут туда, нахуй. Получается, что даже по ручьям не совпадает. Да, вот этот палец, по-моему, мы варили или делали, я не помню. Ну, что-то такое было. Либо я покупал его. Но не столь важно. В общем, по-моему, она Люберецка. Маркировочных данных на ней не сохранилось. Полотно за 3-4 сезона раза 3 перебирали. Наверное. Но основной тут одну или две шестерни ломало. Основных первую. То есть редуктор перебирали. Подшипники, валы перебирали. Тарелки это уже понятно новые, старые, надежнее даже, чем новые. Вот новые, их быстрее разбивает, в пазах слабые. Щеки здесь меняли. Тот, по-моему, этот шкив меняли. Там перебирали натяжник. Этот красный, который перебирали, ну, в кардан. Все делали. Но косилка ремонтно-пригодная и безотказная, можно сказать так. Косит и косит, косит и косит. Ну, бывают поломки, она все ломается. И джондиры ломаются, понятно. Какой недостаток? Ну, скорее не недостаток, а просто хочу сказать, что какая смазка. Полотно здесь постоянно течет. То есть и прокладки новые, и не новые. И все делали, оно течет. И вместо масла туда заливали солидол, литол, что-то типа такого. Просто набивали ее полностью, все шестеренки. И потом добавляли негрол, тат, какое-нибудь такое. И получалась такая густая смазка. Вот она более-менее еще держится в косилке. А так масло выкидывает вся в масле и не держится смазка. Вот такие как бы. Ну это, я думаю, кто косит данными косилками, знает. Еще что хотел сказать. Да, в том году мы ее перебирали, там больше 30-ки, наверное, ее. На рынке она там бэушная такая вот. В районе 70, наверное. Ну, может, сейчас подороже, потому что что-то цены прыгнули значительно. Да, такая же КРН-ка есть бежецкая. У нее здесь буква такая. У нас навеска типа G. А у них А сделано. То есть просто как бы галочкой навесной на трактор. Вот она полная отстой. Бежецкая. Бежецкая. Она была и с такими тарелками, и со ступичными тарелки. То есть стояли ступицы, и тарелка такая закрывалась синей крышкой, там на 6 болтах, что ли. Она у меня есть на видео. Вот она, как только услышите КРН-21Б, лучше сразу идти стороной и не заморачиваться. И новые не вздумайте брать. Потому что это сделано
Эти косилки сделаны специально для колхозников, чтобы в сезон с ними заниматься любовью, а не косить траву. В общем, она очень сырая, и качество запчастей еще хуже, чем сама косилка. ГРН, которая бобруйская, она зеленая такая идет вся, зелено-желтая. Она еще более-менее, не то что более-менее, она оптимальный вариант. Вот. По цене еще не знаю, как, сколько чего как, но бобруйская. Либо искать старую колхозную. Попадалось мне за зиму несколько экземпляров таких неваренных, не видать. Где-то, блин, они ее прятали, что ли. Вариантов можно было брать, но расстояние до 1000 километров от меня было. Вот, честно говоря, зная вот, что в так у меня сезоне будет, я бы, наверное, зимой не заморочился и рванул бы, взял бы. Еще вариант, я думаю, рассматривал вот по типу КРН. В чем прикол? Косит она похабно, конечно, по сравнению с польской, по сравнению с сегментной. Но сегментная тоже косит высоко. Но там пальцы вот эти вот, ножи, то есть любой муравейник, любое препятствие, все, клепай. У меня вон, все руки сбиты от этих сегментных косилок. Было у меня, наверное, одна или две. Я сезона два мучился и потом посмотрел, что это не выход, и начал искать. Это, конечно, намного лучше по работе, но косит она похабно. То есть она большую стерню обставляет, но площадя зато валит конкретно. Что продолжение моего разговора хотел сказать. По типу КРН-ки искал, есть прицепные, трехметровые, там четырехметровые. Они на 1000 оборотов. Вот тоже искал такой вариант. Смотрю, они недорогие. Не понимаю, почему они недорогие. Скорее всего, что они неудачная конструкция у них. И эта конструкция, скорее всего, связана, наверное, с ремнем. Ременная передача, которая 3 метра крутит. Здесь 2 метра. И при густоте трактора, густоте травы даже 2-метровая встает, то там 3 метра. Я думаю, что с ремнями будет проблема. Ну, кто знает, напишите, в чем их проблема. Хотя я задумался, чтобы ее взять и с косьбой, с увалением травы, валкой травы закрыть разговор. Потому что вот стоит у нас неделя жары, а я то косить надо, то сгребать надо, то рулонить. И косьба уходит на третий план. А так бы за день, допустим, завалить 10 гектар, 12-15, и продолжать другие дела. Там за утро, допустим, сколько у ней там будет, наверное, гектара 4 производительность. Ладно, сейчас покажу, как она будет у меня косить дальше. Видео так, комментируйте, какие у вас косилки. То есть, в чем плюсы, в чем минусы этих косилок. Что-то может есть у вас добавить. Так что активно участвуйте в нашем диалоге. Ладно, смотрите дальше. Это у меня так. Бим задыхается. Вот температура на нашем градуснике. Сейчас попробую. Кашу я на 6-й повышенной. Трава не очень такая. Есть местами, маленько притормаживаю. Так разгоняюсь, газы больше почти до полика, то есть выше среднего. И кашу. Сейчас попробую завести. Показать, как это будет происходить. Ага. Вот такая еще у меня.
густотой и жирностью травы. Ну ладно, сейчас покойся, может, переедем на другое, на другом покажу. Какой травостой, а так косилка дышит пока.